Неработающая ранее судимая жительница Десногорска 1981 года рождения в течение месяца регулярно предоставляла свою квартиру наркозависимым. При обследовании места жительства полицейскими информация подтвердилась. Были обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления запрещенных препаратов. Хозяйка квартиры пояснила, что предоставляла свое жилье наркозависимым лицам для употребления марихуаны и других видов наркотиков, за что они расплачивались с ней спиртными напитками. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса, организация, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.